Потому они и осадили ее маяк. Когда с бандитами было покончено, она пообещала показать путь в бункер центра связи. Гюль рассказала, что там работала ее мать, и что после войны центр еще какое-то время продолжал работу, собирая карты заражения местности. Это как раз то, что нам надо. Пора снова спуститься в подземелье. Готов? Нет?
Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Давно нет. Включить надо, ворота открывать надо. Электричества нет. Дверь закрыт будет.
Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Если мои вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Thank you.
ваших указаний. Слышал, Артём? Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает и справляется. Но что если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Да, уже и не знаю, что тут делать-то. Thank you.
наконец, есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удара, были беспочвенны. Особенно досталось Москве. По новым данным, жить там стоит попросту невозможно. Хуже разве что Новосибирск, где... Thank you.
Шайтан! Артём, Дюль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш! Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещину. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Ты, Брахмет. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучи. Мунайбайлер много поход ушел, почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунайбайлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Юль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунайбайлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Давай, Артём. Мунайбайлер сказал, хорошей покидал дороги. Священный пламя. Он тоже согласился? Но до свидания, Артём. Тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо быть готовым. Я всегда готов. Подожди. База, это Анна. Чёрт. Я рядом с портом, слежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Привет, Анна. Отправляю твои координаты нашим разведчикам. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, братва! Перетер я по радио с пацаном этих контролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что за задание, правда, ведь не колется. Он там секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы! Давно так держал-то! Так это еще не все! Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории! Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит! Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но таких...
Пустые шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Всем отбой, барон сказал. Пойдем, покажу кое-что интересное. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похуже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найтись что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решаешь, что делать дальше. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Ты поаккуратней там, ладно? Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу гада. Сейчас я его.
Кэром, блядь! Прикройте, братаны! Перезарядка! Я прижал, падлу, эту! Ща я тебе, подлячка, на глаз натяну! Чё, бля? Братки, чё это там? Вот я, бля! Чё за падла там? Отвечать, сука, будешь долгана! Наверху, браточки! Я прижал падлу эту! Там Анкатрина, бабся!
Братва, тут Тюшкан этот! Тюшкан, готов то за нами! Мишку!